подключил я к телевизору Miracast Dongle, то есть, проще сказать, Wi-Fi прибор, который выводит на экран телевизора картинку с наших смартфонов и с планшетов. Работает с системой Android и iOS. Одинаково хорошо работает. Вот такая вот маленькая штука. Подключается к телевизору к порту HDMI. Отсюда питается с 5 вольт. У меня на телевизоре отсутствует USB порт. Итак, подключили вот такая вот картинка на телевизоре. Это уже донгл подключен. Сейчас будем соединять планшет. У нас Android планшет Cube. Android 4.2.2. Заходим в настройки, в меню. Display. Находим в настройках Display. Нажимаем. И нажимаем без проводные подключения. И здесь видим мы имя Wi-Fi донгла. Уже до этого я на планшете Freelander связал это все дело с моим Wi-Fi. То есть сейчас какое-либо устройство, которое подключается к моему Wi-Fi, уже может связаться с этим прибором. Мы уже нажали, чтобы связался. Все. Сейчас будет картинка на экране телевизора. Здесь ничего не запаздывает, ни звук, ни картинка. Все отлично работает, все корректно. Сейчас сами в этом убедитесь. Связался планшет уже с Wi-Fi устройством с третьего раза. Первый раз был удачный, второй раз, когда хотели мы показать на камеру, не подключилось. Уже третий раз нормально все подключилось. Вот в телевизоре уже видите картинку, которую передает планшет. Вот такая вот сочная, яркая картинка. Android 4.2.2 уже в телевизоре без проводной сетями связан. Вот виджеты, меню. Смотрите сами, как быстро и плавно, без тормозов. Где нужна галерея? Галерея. Зайдем в галерею. Галерея, где ты? Галерея. Где наша галерея? Вот галерея. Входим. Что здесь есть? Картинки. Увеличиваем картинки. Пальцами увеличиваем картинки. Вот. Смотрите. Ничего не запаздывает, по-моему. Да. В галерее должно было быть видеоклип. Сейчас посмотрим, где клипы. Один из них включим. Здесь реклама. Вот сами смотрите. Вперед-назад промотаем. Смотрите. Ничего не запаздывает. Нифига. Все отлично работает. Все корректно. Всем рекомендую. Можете брать этот товар, не задумываясь. Я купил на AliExpress, ссылка будет под видео. Менее чем за $20 я это купил. Устройство просто отличное, суперски работает, только греется. Сам смотрел фильм онлайн, ничего не тормаживало, все нормально работало. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Извините, я забыл показать вам, как работает устройство в интернете.
ищем видео в интернете, в Ютубе. Месяц. Тачи метр, он метр все. 7-дюймовый, полтора-дюймовый, Давай. Вот видео с Ютуба. Смотрите сами качество и скорость передачи. Можно играть даже игры с планшета, с телефона. И ничего не будет опаздывать. То есть картинка не будет опаздывать, звук тоже. Все синхронно идет. Фанатов Apple продукции ждет разочарование. Потому что никак не смог я подцепить iPhone или iPad к этому устройству. Это устройство работает только по Miracast и D-LAN. По Miracast моду подключаются Android устройства выше 4.2 Android, свыше 4.2 Android на борту. И если хотите подключить iPad или iPhone, картинку вывести на экран телевизора невозможно. Можно только звук подключить через D-LAN. Так что TinyDial обманывает покупателей, написав на инструкции, что это устройство работает с айфонами и айпадами. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Теперь по-настоящему пока.